не приемлю, бабушка сказала, я приемлю только доказательную медицину. Если есть доказательная база, все имеет место быть. Согласны? Вот. Есть одна часть, есть другая. И эмпирика – дело хорошее, эмпирически многие вещи делаются, но мы с вами сторонники доказательной медицины, потому что должны понимать, главное – не навреди. Это главное. И, конечно, в общем, учение о сигнатурах, смотрите, по процессу, как он когда-то… Если Гиппократ когда-то говорил, что он был сторонником вообще целостного применения растений, говорит, надо взять растение, ничего из него не выделять, а вот только вот так, и целостным растением исцелять. Потом, значит, мы знаем Галена. Гален как сказал, что надо делать, только выделять активные вещества, и стал как раз, скажем, сторонником этой, не просто теории, а был практиком. Ну, галеновые препараты как раз, препараты, которые мы, скажем так, в памяти назвали галеновыми, значит, это растения, которые, значит, мы часто именно извлекаем какое-то вещество или, скажем, из какой-то части растения извлекаем, делаем такие лекарственные формы. Что еще? Утомила вас? Я думаю, пора нам заканчивать наш сегодняшний разговор. Хоть я вас и утомила, просто вечерние, хочу сказать, встречи не для фитотерапии, не для травничества, чтобы вы знали. Как саму траву нельзя собирать в сумерках, хотя очень часто мы читаем с вами, особенно магические какие-то трактаты, пойди ночью туда, собери там то-то, то-то. Да, значит, я хочу сказать, что да, алкалоиды, содержащие травы, или предрассветные, или уже ближе, скажем, когда солнце к закату клонится, алкалоиды, содержащие растения, именно лучше собирать в это время. Но вот есть такая заповедь. Как только солнце село, вот оно только начинает, так все по машинам называются, или все домой, если рядом, потому что это мир уже другой. Там хозяева другие силы. Поэтому хотим, не хотим. Это, наверное, вообще не из, скажем, не из той области. Но сущностные есть. Конечно, есть. И мир этот наполнен. И нам лучше при свете солнышка. Солнышко это делать, если нет солнышка, но днем, тем не менее. Потому что это наши помощники, наша помощь, наша сила великая. Ну что скажу, приглашаю вас. Чудесный мир трав, вот, наполненный любовью и большой радостью. Спасибо. Спасибо вам за терпение. Спасибо.